Гордость — это страшная вещь, это когда человек переоценивает себя, он как бы путает себя с Богом. Он думает, что ему все позволено. Иногда гордость прикрывается святостью. Допустим, одна женщина ко мне пришла, говорит: «Олег Геннадьевич, у меня муж святой, очень возвышенный». Я говорю: «А чего такая бледная, если у вас муж святой?» Она говорит: «Ну, это другой вопрос уже, я-то не святая». Я говорю: «Ну, если даже вы не святая, рядом со святым мужем вы должны расцвести, вы что-то бледная какая-то». Она говорит: «Ну, потому что из-за того, что я не святая, он меня бросил». Я говорю: «Так, извините, святые люди никого не бросают, это и главный показатель. Но здесь, Олег Геннадьевич, особая ситуация, из-за того, что я такая вот грешница и слабая женщина вообще, он нашел себе святую, и теперь с ней живет. Они двое святых, а я вот такая вот грешница». Я говорю: «Единственный грех ваш заключается в том, что вы взрастили гордость в сердце своего мужа, его духовными познаниями. И из-за этой гордости он вас и бросил. В этом только ваш грех заключается. Никакой святости в нем нет. Святые люди никого не бросают и любовниц себе не заводят. Все это ваши выдумки». Гордость разрушает перспективы. Вот, допустим, человек гордится собой, внешне он кажется очень эффектным. Вот гордый человек кажется очень эффектным. Гордость иногда дает человеку даже возможность в какой-то степени развиваться, идти вверх. Потому что гордого человека очень сильно замечают. Но это всего лишь просто первый эффект, понимаете? Потому что люди очень быстро разбираются, кто есть кто. А гордый человек не способен, он слепой, он не способен строить нормальные отношения, не способен уважать, не способен видеть людей, не способен нормально работать, понимаете? У него все основано только на понтах и все. То есть он просто себя показывает, и себя просто делает, вот, ну, впечатление создает, понимаете? Гордый человек — это человек, рядом с которым стоит жестокость, насилие, злоба, хамство. Это все рядом с этим человеком стоит, потому что он хочет удержать свою позицию, вот эту сильную, а удержать с помощью любви он не может. Остается только один метод — это диктат, насилие, ну, то есть жесткость, жестокость. Только один способ, все, больше нет способа. Гордость означает всегда жестокость, хамство, насилие. Причина — это бессилие перед людьми. Человек хочет себе подчинить людей, и ему никто подчиняться не хочет, потому что он недостоин этого. Поэтому человек насилие совершает, он издевается над людьми. Гордость — это иллюзия, просто иллюзия. Нет там истины. Гордость всегда разрушается же судьбой, вопрос только времени. Поэтому есть китайские пословицы соответствующие, что надо чуть-чуть подождать, если перед тобой гордый человек. Не надо с ним связываться, потому что гордые люди косят народ, то есть они могут повредить, навредить. Не трогайте его, он с кем-то другим разборки будет делать, зачем тебе туда лезть. Подожди чуть-чуть, у него все получится как надо. Гордость долго не живет. Приходит время, и гордый человек сам себе рубит голову своими собственными поступками. Нет смысла даже его наказывать. Бог его наказывает через других людей. Гордого человека исправляет только горе. Все, больше ничего не исправит. Невозможно ни объяснить ему, ни доказать ничего, ничего не получится. Только когда судьба его роняет вниз, через какое-то время он, когда в униженное состояние входит, тогда он понимает, что что-то не то было. В это время приходит сознание его, осознанность.